Ми повертаємось до нашого ефіру з паном Андрієм Бузаровим. Хотілося б поговорити трошки про, власне, корейську кризу. Знову ж таки, пристрасті не вщухають. Землетрус черговий зафіксовано, китайські експерти кажуть про чергові випробування, черговий вибух з боку керівництва Пхеньяна. З іншого боку, заяви Сполучених Штатів стають все більш радикальними. Тобто вже в перші особи держави говорять про те, що якщо буде потрібно, ми знищимо Корею, якщо вона буде загрожувати, дійсно почнуться серйозні загрози нашим союзникам або, власне, Сполученим Штатам Америки. Знову ж таки, президент Дональд Трамп там різкі деякі речі зробив відносно до і Венесуели, і Кореї, і ще ряда держав, зв'язані з там з в'їздом в країну і, знову ж таки, оформленням документів для громадян цих країн. Черговий виток конфлікту. До чого він іде? Чи, в принципі, ми бачимо повторення того, що бачили кілька тижнів назад з випробуваннями і різкими заявами? Повторення того, що ми бачимо вже на протязі десятиліть на Корейському полуострові. І ми повинні чітко розуміти, що там відбувається. Я буквально недавно повернувся з Пекіна, де участвував на міжнародному форумі, в рамках якого також приймали участь представителей различных СМИ из Японии, из Южной Кореи. И они мне многие вопросы объяснили, которые мы, люди, эксперты, которые довольно далеко находимся от очага, не совсем точно понимаю. Это все равно, что если бы они попытались понять ситуацию, которая происходит на Донбассе, они, естественно, обратились бы к нам для того, чтобы нюансы некоторые прояснить. Так вот, что происходит там? Два аспекта очень важных с точки зрения региональной и в целом геополитики, региональной политики Китая прежде всего. Северная Корея на протяжении многих лет находилась в изоляции. По сути, с 1953 года, ну, после окончания Корейской войны, она находилась в изоляции. Инициатором этой изоляции выступили две страны. Это США и Япония. Китай и СССР поддерживали всегда Северную Корею. Ну, так, после распада Советского Союза усилилось давление США и Японии. И Южная Корея на Северную Корею, но Северная Корея при поддержке Китая все равно сохраняла определенную силу. И у северокорейцев накопилась серьезная обида, как по отношению к Японии, так и по отношению к США. Их задача не в том, чтобы обстрелять или победить, или захватить Южную Корею. Их задача не в том, чтобы каким-то образом нанести удар по США. Их задача добиться того, чтобы к ним относились как к равным. И вот ядерное оружие, это средство посадить за стол переговоров, за один стол переговоров США и самих себя, чтобы сидели представители США и Северной Кореи и разговаривали о каких-то вопросах экономики, геополитики и так далее. И вот это единственное, что у них осталось, ядерное оружие, которое они используют для шантажа определенного. Китай в этой части выступает как посредник и как субъект, который имеет серьезное все-таки влияние на северокорейское руководство. Например, 2002 года назад член Политбюро, а в Китае существует 7 членов Политбюро, люди, которые фактически управляют всем Китаем, Ли Юньшань ездил на один из парадов к Ким Чен Ину. И фактически Китай открыто показывал поддержку северокорейского режима. Вот это одна из причин, почему Дональд Трамп в своих твитах постоянно обвиняет Китай. И постоянно говорит о том, что Китай виновен отчасти в проблеме Северной Кореи. Но существуют переговоры, были переговоры шестисторонние, так называемые. Была в свое время резолюция принята ООН по этому вопросу очень много лет назад. И Китай постоянно призывает к переговорам, к применению санкций в отношении северокорейского режима и к переговорам. То есть они исключают именно китайцу военный путь решения конфликта. И вот тут кроется угроза. Вот тут действительно есть чем подумать. Если, не дай бог, произойдет какая-либо провокация, я допускал это всегда, я допускаю, со стороны Северной Кореи или Южной, это приведет к тому, что, скорее всего, США и Китай могут вмешаться в этот вопрос. И это все может обернуться либо Второй Корейской войной, либо внедрением санкций или применением санкций, западных санкций против Китая. Потому что применение санкций в отношении Кореи ни к чему не привели. Они привели лишь к усугублению ситуации и к тому, что фактически Северная Корея стала уже ядерной державой. А это проблема уже для всех, и для России, и для США, и для Китая. Власне, якщо ми говоримо про
до речі, напругу, яка все ж таки зараз останнім часом серйозно загострилась. Тривалий час ця напруга, якщо буде триматись, то ймовірність провокації, про яку ви говорите, зростає, ну, фактично. Тому що рано чи пізно випадковості трапляються, якщо створювати для них всі умови і підтримувати їх тривалий час. На ваш погляд, чи можна очікувати, що найближчим часом буде знайдено компромісне рішення хоча б не для закінчення конфлікту, а переведення його в фазу перемовин, а не бряцання зброї? Ну, факт, фаза переговорів фактично заморожена, як на рівні ООН, так на рівні регіональному. Ви правильно говорите о том, что неизбежно может произойти провокация. Вопрос в том, кто как эту провокацию использует. И будет ли США, либо Китай, либо Северная Корея, либо Южная использовать провокации в своих каких-то интересах, либо не обращать внимания. Северная Корея, если аккуратно каким-то образом будет осуществлять свои провокации, вот такие вот незначительные, лишь на уровне запусков, я думаю, что ситуация так и будет напряженная. Если, не дай бог, произойдет какая-то атака, то мало кто знает, что в Южной Корее находится более 200 тысяч граждан США. То есть там есть войска, которые существуют там и находятся еще после Корейской войны, а еще и сотни тысяч граждан США, которые работают там в личной сфере. То, естественно, США вмешается. Но если США вмешается, вмешается и Китай. Потому что именно Китай в период Корейской войны предопределил исход этой Корейской войны на уровне статуса КО. Ну і розділення півострова на дві країни. Так, а якщо повернутись до ще двох, так би мовити, місць на карті, на мапі, які поки що тільки на форматі, так би мовити, заяв певних, можливо, арештів невеличких, існують. Я говорю про Каталонію з одного боку, з другого боку, зараз ми бачимо референдум в Курдистані очікується. Ну, то, власне, в іракській частині, населені курдами, про ймовірну незалежність створення власної держави. Спочатку хотілося б зачепити тему Європи. Загострення цього питання. Чи може бути розв'язане питання зараз на форматі тому, що іспанський, мадридський уряд ось певні заходи зробив, і вони, на ваш погляд, подіють? Чи все ж таки ми побачимо спробу референдуму і відповідно якусь більш жорстку реакцію Мадриду? Я думаю, референдум, скоріше всього, пройде, але буде ли він визнаний центральним правительством, або навіть Брюсселем, оскільки це не тільки внутрішня іспанська проблема, а європейська. Ну так. И европейцы понимают, что это может создать опасный прецедент. В Европе много потенциально сепаратистских регионов. Это касается не только Испании, это касается и некоторых стран Британии, например, Шотландия и так далее. То есть здесь сложности существуют серьезные. Поэтому, в принципе, и Брюссель, и Мадрид заинтересованы в стабилизации ситуации. Но проблема остра. Проблема серьезна. И я думаю, что все попытки официальных властей Мадрида утихомирить эту ситуацию ни к чему не приведут. Скорее всего, начнется после проведения референдума, начнется долгая дорога переговоров, очередных переговоров. И я не исключаю, что официальный Мадрид может применить силу. Ну, з іншого боку, це може спровокувати, на ваш погляд, виокремлення певної прошарку радикалів, що завжди відбувається, які готові будуть, в тому числі, зброєю в руках або насильницькими методами боротися проти силових дій Мадрида? Вони вже були, ви знаєте групіровку ЕТА. Ну так. Вони десятиліття боролися. Ну, власне, Більбао і країна Басків зараз просто чекає те, що, що відбудеться, власне, в Барселоні. Ні к чому не привела ця боротьба. Боротьба ця ні к чому не привела. Але сплеск насилля був. Вона, к сожалению, привела к серйозним жертвам і к тому, що це відказалося від вооруженої боротьби, фактично радикальне крило, і перейшли в плоскость політики. Я не исключаю, що можуть возобновитися якісь радикальні настроєння, вплоть до применения оружия. Но тогда Брюссель молчать не будет. Не нужно рассматривать проблему Каталонии без учета общеевропейских интересов. И Брюссель вынужден будет тогда каким-то образом решать эти моменты и содействовать решению этих моментов, поскольку это не существовало самостоятельно. У этого были серьезные внешние причины. До сих пор никто не знает, с каких стран финансировали сепаратистские движения в Испании. Кому выгодно было финансирование сепаратизма в этой стране. Деньги откуда-то шли. Я не исключаю, что какие-то страны серьезные были заинтересованы в дестабилизации ситуации. Поэтому если сейчас появятся какие-то радикальные движения, они будут нуждаться в финансировании. Ну ось, власне, так, це може викликати певну ланцюгову реакцію в самій Іспанії, не говорячи вже про те, що певна криза призведе до ще одної проблеми в Євросоюзі,
яка нікому не потрібна. А якщо говорити про Близький Схід і, власне, ймовірне створення держави басків, вибачте, держави курдів, про яку говорили десятиліттями, і ось, власне, ми зараз можемо побачити, як на наших очах вона народжується. Які наслідки цього можуть бути? Це колосальне событие. К сожалению, мало хто в Україні осознає цю серйозну ситуацію, мало хто із СМІ України обращає на це увагу. Хорошо, що ви ту тему підняли. Действительно, референдум, который пройдет, должен пройти завтра, 25 октября, он может дестабилизировать, он, скорее всего, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку ни одна из ключевых региональных стран, а именно Иран, Сирия, Турция, Турция, Сирия, Иран и какая четвертая страна? Ну, там Эмираты, звичайно. Нет, есть четыре страны, Ирак, заинтересованы в... Но. Создание Курдистана. Больше всего там не заинтересован Ирак, Иран и Турция. На их территории она может быть створена. Да, но Эрдоган, лидер турков, отличное отношение имел с лидером иракских курдов, с Барзани. И они финансово помогали развитию этого региона, торговле соответствующей. Поэтому, если сейчас создаться Курдистан, то, скорее всего, это серьезно повлияет на отношения курдов и иракских курдов, или боевых отрядов пешмерга, с Турцией. Второй аспект – взаимоотношения с официальным Ираком, с официальным правительством в Багдаде. Дело в том, что курды заняли Киркук, территорию, которая исторически не входит в Курдистан. И иракское правительство категорически против того, чтобы курды там находились. Следовательно, это создаст проблему и Ирану, потому что Иран, в котором существует большая диаспора курдов, будет видеть угрозу курдов. Поэтому для региональных держав это проблема. Это проблема для России, США и для Европейского Союза, поскольку эти страны традиционно завязаны на Ближнем Востоке, и они не смогут управлять этой системой. Есть одна страна, которая это, в принципе, выгодна, это Израиль. Тобто додаткова дестабілізація для цих країн, ну, власне, ніяк, жодна з них не є дружньою по відношенню до Ізраїля, відповідно, їхні додаткові проблеми його влаштовують. Так виходить. Ну, будемо відстежувати ситуацію, дійсно вона дуже цікава, і враховуючи ще сирійську війну в регіоні, це може зробити, ну, потрапити на передні шпальти газет на тривалий дуже час. Дуже дякую за ваш візит. У нас, на жаль, ефірний час вичерпаний. У нас в гостях був Андрій Бузаров. Ми говорили про міжнародну політику і про те, яким чином вона може відобразитись на подальшій долі, в тому числі України. До зустрічі в ефірі. Дякую.